Такая забавная книжечка попалась. Три поросенка. Самое интересное, я заметила, что у поросят почему-то человеческие руки, не говоря, что все остальное, но практически очеловеченные поросята. Большой формат. Владимир Гончаров, художник, Киев, ВСЛК, 89-й год. Третье. Покажу, какие интересные, забавные иллюстрации. Смотрите. Хи-хи. Смешные такие. Эти поросятки. Ой, какой волк страшный. Прям с вилкой, с ножом. Зубы такие. Очень смешные иллюстрации. Думаю, они очень нравились деткам. Да мне и самой очень нравится. Забавная такая книжка. Классная.